Стихотворение называется «Тебе расскажут». Тебе расскажут здесь, как нужно жить. Держи. Это и есть то самое пособие. Здесь мастер-класс профессиональной лжи. Полистай далее, там увидишь более. Вот ты, к примеру. Поработай за гроши. Свои «хочу» можешь отправить адресом. Пиши. Тобой никто не дорожит. .com. Думаю, ясно все. Твое письмо здесь обязательно прочтут. После того, как все дела доделают. А дел, как знаем, уж очень много тут. Отсюда следует. Забудь об этом. Тебе расскажут здесь, кому свой голос дать. Кому помочь, чтобы остаться в плюсе. Но жаль, не скажут, что ты первый кандидат. Кого оставить с носом? Уйти с курса. Ты чувствуешь, что волен сам решать, что делать и куда пойти сегодня вечером. Но глянешь в кошелек, сколько деньжат, а там по факту вечером платить-то нечем. Ты также все уверенный в себе, что сам решил остаться нынче дома. Идешь гулять в дождливом сентябре с таким же вольным и простым знакомым. Тебе расскажут здесь, как нужно жить. Решат вопросы все так же за тебя. Для них ты кукла с нитками и без души. Реши, то для себя ты, не для кого-то, для себя.